Всем привет, ребята, с вами Мистика Майнкрафт. И это аналитика... Слушайте, какая часть. Так вот, ребята. Эта игра, у меня ссылка в описании. Если... Да. Да, если хотите вот такую игру себе, то ссылка в описании под видео, да. Она в комментах. Да, ну что, начинаем свое расследование. Итак, ребята, давайте разберем этот выпуск. Итак, сначала в этом выпуске я слышу звук вакуума. Неужели вы спросите на этом? Посмотрите свои глаза. Ничего! Я стреляю, не снимал! Yes. И если писать что-то там, то в этом моменте можно слышать звук колокола. Но откуда звук колокола? Так это цель появляется, так это был. Так, кстати, ну я обнаружил этого кровавого зрителя. И приглядите внимательно в окно. Там мы видим прочитание зрителей или неизвестно кого. Во-первых, я обнаружил этого представленного персонажа. Вот этот кадр. Прямо с деревьев. Да не это! Ай, сейчас опять. С какого-то момента. И вот этот момент. Капец, подождите немного, я запрячу. Вот. Наверху там можно видеть что-то красное. То ли это лава, но как вы знаете, лава другого цвета. Итак, это бесстрашная версия бета. Ой, это скрипт. Пока белого дыхания, это ничего не знаю. Ребята, я забыл сказать, что я его нашел. Как это нашел? И если вы хотите знать, то там надо выйти чьё-то лицо. Я весь тот самый... Ну вот не самое главное. Ведь есть несколько моих... Что-то я обнаружил его. Прямо в этих моментах я обнаруживал вот этого существа. Пока неизвестно, сколько раз я обнаружил это существо. Но собрав их в целом, что он и правда существует. Просто бегите туда. Сами видите там. Вы видите что-то белое. Но что это? Возможно, это не покусился еще блок. Но, ребята, я вам скажу, что эти блоки, я их не видел. Но когда я шел в этом месте, этих блоков вообще не было. Итак, давайте разберем выпуск по Эндингрину.
всех мы слышали, всех я услышу звук какого-то мула. Я увидел этого чистого. Приходите с там, они знаете. Там вы тоже опять увидите его. И это последнее видео сегодня. Это про эту странную версию Бету. Во-первых, здесь должно быть. Во-первых, ничего в этом моменте не произошло. Ну, ребята, я скажу, что вдалеке я что-то увидел, что увидел черный. Эй! Бетон. Ну, ребята, бетона я не видел. А в следующий момент меня просто испугало. Смотрите. Смотрите этот момент. Стоп-кадр. Прикидите, там находится какой-то туннель. И мы видим там какого-то вот чёрного существа. Но, ребята, это шахта, когда-то стоял вот так было? Нет. Ну, ребята, в том месте не было этой шахты. Ну, на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем удачи!